Орбитальная верь дает, допустим, 20% стоимость кораблей. Ну, то есть, если тут эсминец 23 тура, ну, например, то он на 4 тура сократит. Даже может на 5 тура. Ну, у нас минус 3 в наполнении сейчас. Доходность. И пока мы вверх построим 4. Ну, с двух, если мы два раза эсминца произведем. Два эсминца. Тогда орбитальная верфь, там такой баланс выйдет. Ну, то есть 8 туров, с 23, 8, 15 останется. Лаборатория, ну, все будет есть. Ну, фрегат 9 туров, нет смысла. Ну, с фандомом просто будет производить этот снег. Может, он понадобится. И здесь десантные отряды 8 из 8 карликов. Ну, причем тут оказывается, что больше не можем на карликов. Помнит, это микроша. Мини-маус, это же компетент. Они... Ну, как бы защитят двух десантов. Броню поставит. Еще что-то съест. Можно поставить... Вот здесь экология 482 свободно. Можно поставить... Ну, робошахтеров 12 плюс 3. Будет 15. На 50% быстрее будет. Шахтеры 5. А, допустим, лифт 5 и орбитальная верфь то же самое, думаю, еще 50%. Но шахтеры, чтобы произвести 18 туров. Планета будет убыточна. Ну, времени сколько она сожрет. Ну, сейчас хотя бы от планеты какой-то смысл будет. Пускай эсминец пройдет. Фантом. Ну, 436. На 10 туров, конечно, тебе запустить. Купить. Можем рискнуть. Но быстрее все. 10 туров. Потому что эта планета вообще богова. 3. Заркония. Полный. Мы не можем население добавить только по причине, что эта система, блин, застряла. На Зарконе 8 из 12 есть 20. И потом переселить туда. Двадцать три тура. Ну это как бонус и все. Какой-то. Планета хоть и богатая, почему? Абсолютно вот это непонятно. Эти стекают за туда. Нам сейчас защитить своего королевства. Но еще пока нету линкора, скажем, где это. Ну, в смысле, тут не было никого, или там мало кого там было. Булрати, да, они сюда вклинятся, но куда они полезут потом? На этих, на нас, мы не знаем. Пускай этот. Нам бы там линкор еще один заряжать. Здесь и здесь его надо. Ну, один тогда можно пустить в атаку, например. Всему выжили их отсюда. Чем никто не летит. Надо подкрепить.
Ну, естественно, мы можем тот крейсер оттуда вернуть, из Морока. А там же Морок конкретно. Крейсер пара фрегатов. Пускай охраняет. Ну, тур кто-то, значит. Я тут 5 туров можно, да, тут купить. Но сейчас будем, да, рисковать немножко. Мандалория увеличилась. Если Морок увеличилась. А линкор мяу, говорит. Ну тут линкор 20 туров, минус 3. Ну позитивная экология в 3 еще есть. 15 туров населения, как бы я. 20 туров, ну 20 туров для линкора, это вообще сколько линкора? Ну 20. У нас столица. Ого. Нормально так подразвилось. Хьерос. Бетти. Ну Бетти своим черетом будет так вот. А что у Бетти? У Бетти пустынно и все, ничего не делаем. Линкор 13. Но это мы только статус-кво как бы установили. Вот тех уже есть линкоры, и скорее всего не Сквара где-то линкоры. Как бы не Титаны там были. Мандалориан. Ну, увеличит на 3 тура все из-за этого. Ну, максимум в скором населении. А у нас что-то тут нету. Вроде мы ставили. А у нас вот он. Следующая. Система. Ну, космопорт 4, космопорты уже плюс 1, но там баланс кредита мы за счет торговли там держим. 4. Вот минус 15, значит что-то у нас 5 туров. Вот нормально сейчас 5 туров, пускай так и будет. 5 туров населения и 5 этот, а через 4 тура нанотехнологии, нанороботы и жертвы. Место. Сто семьдесят пять. Ладно, у нас там тот плюс 10% прибавит. Или можно не этого. Ладно, 8 туров. На 2 тура сэкономим. Вот тут в балансе 0. Сейчас надо ждать, пока эта штука пройдет. Минус 1. У нас есть на система это? Ну есть система, она вообще наличие типа позитивная. Да. Нагар бронетехники. А тут, конечно, да, на 14 из 20 вот так вот. 16 туров, еще за 16 туров что-то поднакопится. У нас защита 14 из 20, это рядом десант. Ну у тех огромные тоже там армии. Облако. Ангара есть у нас? Нету. Не ангара этот. Ну тут ряды готовы. Рабошахтеров. Непонятно. Земной крупный минимал. Так он уже земной, он у нас не будет. У терраформинга не будет никакого. Плюс 12, но там маленький, конечно. В исследованиях никого нет. Конечно, может и стоит.